Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Свой персональный манильщик. Сюда.
Полем! Пешком пришел! Откуда? Вот! А? Ну что, ты, Андрей Георгиевич, умеет охоту организовывать? Вот так вот! Как сколько? 20 минут, да? Ну, я сюда 15 минут 3 рябчика. Вот это да. Ты его не видел, он сидел. Нет, этот сначала к нам пришел, ага. Перелетел сюда, потом этот перелетел сюда. Этот вот здесь был, да. Этого я тут не видел, когда он, да, снимает. Ну вот видишь, Андрей Георгиевич может. А я смотрю, он идет, да? Я выцеливаю. Вышел такой, стал. Рябчика здесь хватает, здесь можно охотиться. Прилетел к нам, а прибежал сначала к нам. Это первый. Да, я его так увидел, туда. Блин, ну... Потом вот этот, ты говоришь, смотри, он перелетел. Да, да, вот ты просто подкалываешь, он вот здесь был, просто его не видел. Надо тебе было бы так зайти, он прям сидел, ждал. А я не видел его. Вот, говорит, здесь рябчика нет. Красавчик. А? Ну вот такой, да, ребят, да, у нас рябчики. Трофей в осеннем лесу. Да, сказал, чисто давай поохотимся. Ясно, здесь явно. Весь процесс охоты я вам покажу. Так что нас с Полем, с Андрюхой. Вот, подписывайтесь на канал. Все. Мы сейчас, может, еще посвистим немножко. С дороги уберу. Да. Вот. Ехали, остановились, такое перспективное место. Елочки, смешанный лес. Ягода присутствует, брусника. Вот. Долго. Ну, минут 20, как долго. 20 минут охота. И вот петушок готов. А второй. Их тут было три. Вот. Видел двоих. Ну, трофей добыт. С полем меня.